Всем привет, с вами Нина. Сегодня я покажу вам, как двигать частями тела в Pony Creator. Для этого нам надо скачать Puffin или Piffin. Puffin, да, вот он. Вот он. И так, скачать его можно в обычном Play Market. Заходите в него. Это видео я видела у других блогеров и решила снять. Типа, ну кому-то из вас это будет полезно. Ну, короче, смотрите, вы пишете в поиске Pony Creator и вам выдают. Я сейчас сделаю, можем ублизить немножко. Вот. Вот, загрузился, облизил, смотрите, вы, у вас будет прежде стоять вот тут вот. Новые моды. А вы должны нажать на него, и будет поза моды. Смотрите, вы нажимаете на ногу, держите, и вот, смотрите, можете двигать частями тела. То есть, вот так, можете двигать головой, например, вот. Головой можете двигать. Вот, короче. И сделаем, ну это жутко неудобно. Сейчас я вот. Вот. Можете вообще вот так даже на шпагат сесть, блин. Оп. Это смешно. Только насчет зрачка не уверена. Давайте посмотрим. Сейчас насчет зрачка. Нет, мы зрачком, к сожалению, не можем двигать. Ну. Все, надеюсь, вам будет это полезно. Просто скачайте Puffin в обычном Play Market. То есть просто напишите в поиске потом Creator Pony, и вам выдастся сайт. Убирайте любой сайт. Ну, где есть Creator, конечно. И играйте на здоровье. Но это неудобно, лучше играть в обычном, вот в таком. И что мне задвигать частями тела, но все-таки это удобнее. Ладно, с вами была Нина, всем пока.